эфире Первого канала концерт, посвященный дню рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Феномен всенародной любви к Высоцкому, к его стихам и к его песням в том, что он сам любил людей. Любил, понимал, чувствовал, находил слова, давал им голос. На сцене Михаил Ефремов. Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб, и попавший за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. И решил я ее разыскать. Шел за ней, я запомнил парадное, что сказать ей, ведь я ж хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную в привокзальный один ресторан. Ну а ей улыбались прохожие, мне хоть просто кричи караул. Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморгнул. Я икрою ей булки намазывал, деньги прям рекой утекли. Я ж такие ей песни заказывал, а в конце заказал журавли. Обещания ей до утра давал, повторял что-то вновь ей вновь. Я ж 5 дней никого не обкрадывал. Моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь, мол, потеряна. Я сморкался и плакал в кашне, а она мне сказала: я верю вам и отдамся по сходной цене. Я ударил ее, птицу белую, закипела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь. Спасибо, фрейра, за сочувствие.